Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Новая игрушка вышла. Taxi Life City Diving Simulator. Посмотрим, мы ее сегодня поиграем. Я тут немножко прокатился, но мы начнем заново, естественно. Новая карьера. Ну, как обычно, да? Максимус. Модель там вообще пофигу какая. Название компания. Компания, ну там... Taxi Max. Вот так у нас будет называться. Итак, цвета, наверное, вообще все равно. Сейчас он нам не скажет, что у нас уже такая есть. Добро пожаловать в красочную Барселону, где история смешивается с современностью невероятной архитектурной симфонии. От оживленных узких улочек готического квартала до потрясающих городских достопримечательностей. Так начинается ваш путь водителя такси. Почувствуйте свежесть морского бриза, проезжая по солнечным набережным навстречу новому незабываемому приключению. Окунитесь в атмосферу Барселоны и станьте самым популярным таксистом в городе. Но сначала вам нужно получить лицензию. Короче, здесь Барселона. Карта один к одному. Привет, добро пожаловать в автошколу. Прежде чем выехать на оживленные улицы Барселоны и начать возить пассажиров, стоит научиться водить машину. Приступим. Так, обучение можно пропустить и сразу выехать на улицу. Выберите нужную команду в меню паузу. Только учтите, вам пригодится знание правил. Выбор за вами. Это салон вашей машины. Посмотрите по сторонам и понажимайте подсвеченные кнопки. Здесь можно открывать и закрывать окна, управлять радио и так бла-бла-бла. Ну вот, ты видишь, да, короче, можно пооткрывать. Отлично, мотор работает, приборная доска включилась. Здесь много интересной информации. Например, скорость, уровень топлива. Красные и оранжевые значки предупреждают, что с машиной что-то не в порядке. Впрочем, эта машина новая и готова к работе, так что пока беспокоиться не стоит. Теперь снимите машину с ручного тормоза. Прекрасно, теперь можно двигаться. Чтобы ускориться, нажимаете на педаль, да? И подведите машину к маркеру. You can brake by pressing the brake button and turn the wheels with the turning button. Great job! Отлично. Учтите, что в игре вам придется выполнять множество точных маневров. Уровень контроля над машиной зависит от устройства управления. Система управления настроена под езду по узким улицам. Проверьте, насколько вы можете повернуть руль. Стоит отметить, что рулевое колесо и колесо машины начинают поворот медленно и ускоряются у предельного угла поворота. Готовы? Тогда остановите машину на триггере перед вами. Если хотите сменить точку обзора, там нажмите бы. Короче, я играю на руле, сразу я говорю. Потому что без руля здесь делать как бы, ну, не особо интересно будет. Так, а я что, не попал в маркер, что ли? Прекрасно. Вы разобрались в управлении машиной. Не забудьте, что на городских улицах нужно включать сигналы поворота, чтобы другие водители знали о ваших планах. Попробуйте. Впечатляюще. Чтобы убедиться в безопасности маневра, можно использовать функцию «Быстрый взгляд». Попробуйте, нажмите. А, я не знаю, это у меня какие тут такие кнопки. Блин, я забыл. А, нажмите X плюс. Excellent. You can also великолепно. Еще можно оборачиваться и наклоняться вперед, чтобы улучшить обзор. Попробуйте. Ctrl. Блин, да мне это нафиг не надо. Additionally, in the cabin, you can use some buttons, but all functions так, available now, you can navigate through it with the панели. Tab change buttons. To choose each option, press the action button. To exit the radial menu, press the exit button. Remember, awesome. Отлично, не забывайте следить за уровнем топлива и помните, что машина может получить повреждения. Если загорится любой из пяти индикаторов прочности, вам необходим ремонт.
you'll need to repair the car. These parameters are also shown on the HUD as bars. Так, эти параметры отражены на лобовом дисплее в виде шкал. Там есть еще одна шкала – чистота машины. Чистота влияет на поведение пассажира и чаевые. А где у меня чистота? Где? Ну что ж, азы вы усвоили, теперь можно попробовать машину в деле. Если готовы к экзамену, запаркуйтесь на маркере. Подожди, я не понял, а где чистота машины у меня обозначается? Это же важно, я так понимаю. Проведите машину по кривой и запаркуйтесь на маркере. Двигайтесь медленно, контролируйте позицию. Try to be in the middle of the line. Don't cross it. Very good. Чудесно. Чтобы перейти к следующему этапу, запаркуйтесь на маркере. Хорошо. Let's practice parallel parking. Отработаем параллельную парковку. Поставьте машину на выделенное место. Here are the steps. Блин, turn the wheels to the maximum left position. Я просто тут ни хрена не вижу. А подожди, а почему у меня? Once you reach the marked space, turn the wheels to the maximum right position and move forward slowly. If you need to make any adjustments, slowly move the car backward and reposition the car to the left or right as needed. Так, ну я же вроде бы попал или не попал? А, не попал, видишь? Very good. Чудесно. Чтобы перейти к следующему этапу, запаркуйтесь на триггере. Так, я про другое хотел бы узнать. Нифига она такая резкая, капец. Let's practice perpendicular. Отработаем перпендикулярную парковку задом. Поставьте машину на выделенное место. Here are the steps. Turn the wheels to the maximum. Так, а мы можем, как там он говорил, Ctrl, да? Ну блин, в Ctrl я ни хрена не вижу. Я про другое. У меня игровые настройки, аркадный режим мне не надо. Мне надо режим симулятора, вот так. The car is nearly in a parallel position to the marked space. Straighten the wheels and continue moving the car backward. Блин, так а я не попаду, потому что я хреново вижу. If you need to make any adjustments, slowly drive forward and reposition the car to the left or the right as needed. Very nice. Отлично. Park in the marked space to start the next stage. И паркуйтесь на триггере. На каком? Вон вижу. Let's practice making a U-turn. Отработаем разворот в три этапа. Follow these steps. Так, нам здесь развернуться. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. Remember to stop before the car leaves the marked space. Turn the wheels to the maximum right position and move backward slowly. Again, stop the car before it leaves the marked space. По-моему, в три этапа не получилось. Turn the wheels to the left. You left the marked space from the wrong side. Так, мы въехали в триггер не в ту сторону. Попробуйте еще раз. Ну давай попробуем. Let's practice making a U-turn in three moves. Follow these steps. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. Remember to stop before the car leaves the marked space. Turn the wheels to the maximum right position and move backward slowly. Again, stop the car before it leaves the marked space. Once more, turn the wheels to the left and move forward slowly. Adjust the position of the car to drive straight and exit the marked space. Нет, здесь как-то по-другому надо было, конечно. Finally, park the car within the next marked space. В общем-то, так-то ладно. Вроде бы экзамен сдали. Отлично, вы перешли первую часть экзамена и готовы к пробной поездке по Барселоне. Прежде чем выезжать на городские улицы, важно запомнить и научиться соблюдать все правила дорожного движения. За спокойную езду, использование сигналов поворота и следование дорожным знакам вы получите опыт. За нарушение правил вы получите штраф. Если у вас
принимает полиция. Помните, что стандартная скорость черти города 50 км в час. Удачи! This is the final part of your exam. Это финальная часть экзамена. Чтобы пройти тест, вам нужно провести свою машину по реальному городу. Удачи! Чтобы пройти экзамен, вам нужно подобрать клиента и доставить в целости и сохранности в точку назначения. Готовы? Поехали. Так, чтобы открыть карту, нажмите... О, блин, я уже забыл, на какую кнопку у меня карта. Подожди. Так, это options. Вот она. Здесь обозначены доступные заказы. Чтобы выбрать следующий заказ, выберите значок зеленого человечка. Отлично, вы приняли заказ. Отслеживайте оранжевую шкалу над всплывающим информационным окном. Это шкала терпения клиента, которая постепенно снижается. Так, вот она, да? The speed at which it decreases will depend on your passenger's temperament. Скорость истощения терпения зависит от темперамента пассажира, а главное от вашего стиля вождения. Не нарушайте правила движения, это может испугать клиента. Помните, что клиент не будет ждать вас до скончания века, и что конечную точку поездки вы узнаете только когда клиент сядет в машину. Теперь пора забрать клиента. Exit the map by pressing the exit button. Follow the GPS route you can see on the mini map to the marked point and park in the marked space. Так, а чё он мне? Почему передачи-то не включают? Блин, ну я же настраивал. Так, передача вниз, передача вверх. Ну, здесь все нормально, тут все мои настройки стоят. Он не включает передачу, собака. Поворотники включает. Да нет, это какая-то шляпа. Так, подожди, давай-ка я тогда... Сейчас я сделаю аркадный, пусть он будет. Тут не нужно переключать передачу, а потом... Да, а потом попробую. Потому что это хрень какая-то. Почему-то не дает передачу мне включить, странно. Блин, неудобно смотреть. Чувак вообще без поворота поворачивает. Так, ну раз мы таксисты, значит мы по правилам ездим. Нарушать не будем. Я так понимаю, еще от этого твоя зарплата зависит. Ну и долго тут светофор будет гореть. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Здрасте. Now you know where to go.
Drive to the destination point and remember to control the patient's bar. Иногда клиент может завести разговор, в зависимости от обстоятельств вы можете поддержать его или оставить без внимания. Учтите, что участие в разговоре может повысить чаевые, опыт и даже терпение пассажира. Блин, не туда поехали. Ну ладно, машину перестроим. Я просто читал. Что там было? Дяденька такой вот у нас тут. Ладно, пойдет. А, терпение сейчас у него, блин, закончится. Я сильно быстро еду. У нас должна быть скорость, не больше. Везем мы Рау Кларк, да? А, не, ну, блин, это, видимо, название остановок каких-то. Я вот Барселону не знаю. Вообще ни в одной игре мне не приходилось в Барселоне побывать. Это первая, наверное, игрушка. Ну, блин, узкие улочки, блин. Турист Бас Симулятор, вспоминаю я сразу же. Турист бас не обновляется, The Bus не обновляется, поэтому пока. Take care. Very good. Отлично, вы выполнили первый заказ и сдали экзамен. Поздравляем. Что нам? Соточку. Вы заработали первые деньги и очки опыта. Деньги можно потратить, в частности, на мойку и заправку машины, а еще на покупку новой. Очки опыта развивают вашего персонажа. Потратим немного денег. Видите заправку? Езжайте туда и заправьте машину. Да блин, выключись. Ну вот что такое? Так, это означает завершение основного раздела учебника. Taxi Life предлагает обширный разнообразный мир для вашего исследования, хотя игра представляет руководство и советы. Не стесняйтесь отправляться в путешествие самостоятельно. Используйте карту, проверьте функции вашего автомобиля и займитесь экспериментами. Наслаждайтесь игрой. Так, на заправку, да, говоришь? Подожди, у нас же где-то еще тут эти были. Блин, фары ежика. Вот они. Ну, все, заработало. Может, теперь можно переключиться с аркадного управления? Так, у нас 70% есть. Существует два вида заправки. Частичная, либо полный бак. Выберите один. И выходите с панели заправки далее. Так, ну нам чё? Давай процентов 80 зальем, да и все. Блин, машина катится. Да ёб твою мать! Ну что это за дичь? Теперь пора посетить гараж. Короче, пока вот эти таблички, ты ни хрена не можешь с машиной сделать. Так, подожди, как-то еще было, чтобы я мог поменять.
Ай, блин. Да ёб твою мать. Дисплей этот, блин. Дисплей. Как я его менял? Сейчас будем смотреть. Так, управление. Кнопка модификатор. Че у меня клавиатура, мышь-то стоит, блин. Так, руль давай. Сигнал на эту кнопку, кстати, не работает почему-то. Это у нас опции получаются. Так, ладно, с этим я с кнопками потом буду разбираться. Выбор камеры, понятно. А, выбор планшета и плюс вниз. А кнопка же модификатор у нас получается. Угу. А, подожди-ка. Попробую сейчас вот так. Вот. А, и нам теперь еще и карта нужна. Карта. На карте можно множество значков, каждый из которых можно посмотреть. Позволяет фильтровать, короче, бла-бла-бла. Нам это все нафиг не нужно. Короче, понятно, что ставим там и... Нам нужно в гараж, да? Так, мы вот здесь. Значит, мы поедем. Мы сначала вот эту сфотаем, а потом поедем в гараж. Во, все, да, теперь и передачи еще стали включаться. Только, блин, ручник бы еще бы отключался. Так, а фары у нас? Вот они. Обратная связь, я тут не нашел, где у руля, короче, настраивается. Там чувствительность, нечувствительность, фидбэк, вот этого всего. По-моему, этого тут всего и нету. Блин, теперь я еще и не вижу светофор. Есть день дублирующий. Но это же не мой или мой? Да, это, видимо, мой. Ну иди. Вот, еще, короче, знаю такую штуку, что без пассажира пофигу, можно гнать, ни на что не влияет. Ну, единственное, врежешься, конечно, будешь потом машину ремонтировать. Но вот с пассажиром гнать не стоит. И знаешь еще, что надо делать? Я тебе 100% говорю. Так, ну-ка, настройка системы, что у нас здесь. И опять он возвращается на клавиатуру мышь. Ну-ка, подожди. Чувствительность ускорения. Надо убавлять сильно прям это все. Так, чувствительность торможения тоже давай пока на 30-очку. А, блин. Чувствительность рулевого управления на низкой скорости. Ну, в принципе, рулевое можно не трогать. Оно вроде более-менее нормально. Даже не более-менее нормально. А вот газ-тормоз прям такой резкий, блин. Во, во. Совсем по-другому все чувствуется. То, блин, она как вкопанная встает. Вот, а за вот эти штуки, за которыми мы сейчас едем. Опа, врезались, прикинь.
Тут радио можно включать. Тут включить-выключить, тут как-то можно другую волну там туда-сюда, но, блин, возможно, даже пассажиры будут об этом просить. Про что хотел сказать? Ну, блин, игрушка залипательная на самом деле, но... Видел даже, как играли на клавиатуре, но там подстраивали очень долго такие моменты, что там руль как бешеный крутился. Ну, можно и на клавиатуре поиграть, но тем не менее, конечно, лучше же поиграть с рулем. Куда, дядя? Уезжай. Вот, за вот эти штуки тебе дают дополнительные очки. Ну и все, далее в гараж. Но, по-моему, если ты не выберешь его как этот самый, ну вот что нужно его выделить, он у тебя не будет активным. Могу ошибаться, но, по-моему, это так. Потому что пассажир, вроде бы, ты его не сможешь взять, пока ты на него там не наставил. Итак, смотрим гараж. Что мы тут имеем в гараже? Добро пожаловать в гараж. Здесь можно обслуживать машину, покупать и продавать машины и запчасти, а также улучшать и персонализировать ваш автомобиль. Здесь можно полностью отремонтировать машину. Учтите, что при необходимости можно ремонтировать только отдельные детали, но такой ремонт доступен исключительно в гараже. Здесь также можно заправить, либо зарядить машину и вымыть ее. Я не могу понять, где мой показатель чистоты. Вот, поэтому хрен его знает. Здесь мы видим коробка автоматическая, 4 места. Вместимость багажника, видишь, одна. Это, видимо, двигатель, что он бензиновый. И 1,5 тонны вес мы, наверное, можем который перевозить. Вот, заправка у нас стоит 3,15. Полный бак 81. Короче, здесь мы смотрим, что у нас 74. Стоимость ремонта. Мойка. Ну а тут колеса, тормозные диски, двигатели т.д. и т.п. Также у нас тут есть водитель. Вы открыли панель прогресса. Здесь отображаются все доступные улучшения. Чтобы открыть их, нужно потратить очки навыков. Каждый уровень дает одно очко. Вот, у нас уже одно есть. Соответственно, что у нас тут есть? Турист, вождение. Памятники и достопримечательности дают больше опыта. Тайм-менеджмент, профессионализм. Использовать станции зарядки мойки быстрее. В результате вы экономите время. Да нафиг, пока не надо. Бережливость. Использовать станции заправки зарядки мойки дешевле. В результате вы экономите деньги. Блин, вот это, конечно, хорошо. У нас вот это бы хорошо, и вот это хорошо. Законопослушность. Один штраф в день аннулируется. Кроме штрафа за наезд на пешехода. Вы можете сэкономить деньги благодаря этому. Это мне пока точно не надо. И компания, зарплата. Компания снижает расход на водителей. Ваша компания будет меньше тратить. Но у меня пока нет водителей, поэтому. Соответственно, вот я бы либо вот это бы взял, либо все-таки, наверное, сначала, может быть, взять. Давай, наверное, возьмем для начала заправки, зарядки, мойки. Дешевле будет. Вот так мы это сделаем. Так, гараж, водители. Тут статистика есть, да, сколько мы проехали, сколько найдено памятников, сколько найдено вот этих вот рисунков.
Уникальные разговоры — это Д и ТП. Далее в гараже есть машины. Здесь можно посмотреть купленные машины и машины, доступные для покупки. Пока что у вас в коллекции только один автомобиль. Ну, понятно, у нас есть вот такой, он у нас в работе. Остальные закрыты, здесь нужны уровни. Ну и, во-первых, нужны бабки. Уровень для разблокировки 3 и 6500. Далее идет третий уровень 5. Это у нас кто? Электрический микроавтобус. Да, у него вместимость груза, видишь, больше. Но у него коробка механическая. А это, в принципе, это электроседан, ну, тоже электрический. Ну, а что, у него 4 пассажира также по вместимости багажника, тоже, а также один, да, там одно деление, и 1,3 у него вес. Мерсик. И Мерсик на механике. Я не знаю, у меня-то шифтер не подключен, поэтому... Ну ладно, нам до этого далеко. Далее тут идут детали, которые у нас есть. В окне можно покупать и устанавливать на машину новые запчасти. Каждая запчасть относится к определенной категории. Аналогично в окне персонализации можно менять элементы персонализации машины. На сегодня все. Вы освоили базовую механику Taxi Life. Чтобы узнать больше, читайте кодекс. Окей. Вот, да, ну то есть смотрим, тут там тормоза можем установить, но пока не можем. Уровень разблокировки 4, то есть надо качаться. Интересно, коробку. А, ну коробку мы можем менять, смотри. Даже здесь ручка меняется, прикольно. Ну, нам пока это не надо. Далее персонализация. Ну, тут вообще прям очень мало всего. Просто цвет. Стоит 250. Не буду пока тратить бабки. Вот эта хрень полная. Смотри. Ну и нахера мне вот это надо? Да, это ерунда. А вот тут есть собачка. Очечки, шляпа. Типа девушка, уточки какие-то. Вот, ну вот мне собачка нравится. Я возьму вот эту собачку. Не пожалею, 150. Это что касается... И снаружи. Снаружи, кстати, я не смотрел, что тут можно. Тут, видимо, наклейки всякие, спойлеры, знак такси. И можно перекрасить тачку. Ну, тоже не буду пока этого делать. Подсветочка. Прикольно. Ну, пока тоже не буду. Сколько спойлер стоит? Сотку. Так, ясно. И диски, да, всякие разные. Блин, диски-то тут уже, конечно, подороже, а тут еще и от уровня они зависят. Ну ладно, мы пока начинающие, поэтому... Так, у нас получается уже что? У нас 10:31. Давай мы посмотрим карту, сейчас мы возьмем какого-нибудь клиента. Но я хочу какого-нибудь подороже. Вот тут есть по 316, 343, 200, 500. Но он прям какой-то, говорят, трудный. Так, это легко. Это нормально. 166, извините. Вот, легко за 300. Его возьмем. Дядя, блядь, ты нормальный вообще, нет?
идет кто-то, нет? Фиак, а где у нас тут стеклоочиститель? Там просто муха какая-то сидела. И радио, естественно. Это не наш клиент. Это не наш клиент. Ой, тетенька. Тетенька, это хорошо всегда. Блин, поворотник сам не отключается. Два километра нам ее вести. Пока разговорчивых не было клиентов, ну хотя их вообще пока было мало, поэтому. За скоростью следим. Они могут жаловаться, там, просить включить кондёр, выключить музыку. Резкие торможения могут, я так думаю, не понравиться.
Can you turn down the volume? Делайте музыку тише, пожалуйста. Да не вопрос, вообще выключу. Так, а у нас тут где-то достопримечательность должна быть. Не любит дамочка музыку. Believe I paid for such terrible service. Недовольна она. Говорит такое. Сервис еще и денег стоит. Давай, 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 вылазь. А что ей не нравится? Ей надо, чтоб я тошнил, ехал. Так, здесь у нас тоже какая-то достопримечательность. Вот же видно, да? Граффити. Окей. Блин, надо кнопку на сигнал сделать. Так, задачу брать не будем. Задачу будем выбирать сами. Сколько нам звезд дали? 4 звезды. Что-то ей, короче, не понравилось. Ну и ладно. А, бонус. Бонусный опыт. Ну-ка, подробнее это что? Избегание зон, закрытых для машин, без крупных столкновений. Короче, без остановки на красный свет, движение по встречке, нарушение скоростного режима, малые столкновения. Все, я понял вас. Ну, блин, первый раз везем. А даже чаевые дала 31. Музыку дальше включаем. Так, смотрим карту, кто тут у нас есть. Поехали за ним. Типа нету такого, что там, да, резкие торможения и резкие эти. О, мне тут не надо. Блин, ну я надеюсь, дядя любит музыку. Машина катится. Да-да-да, и вам здравствуйте.
Сэр. А что здесь за пробка? Так, давай попробуем скорость не превышать. Там его, в принципе... А, нет, 2,2 километра нам его вести. Короче, так и не понял я, где тут у меня индикатор, блин, чистоты машины моей. И получается, что все очки, которые мы, допустим, получаем за опыт, мы только в гараже, да, можем использовать? Или как? Табличка только в гараже есть. Ой, блин, тут вообще знак 30. А, о, можно так менять станцию. Ну ладно, какая-нибудь такая ненавязчивая музыкочка. Музычка пусть играет. Блин, куда он так разгоняется-то? Я вроде вообще не жгу на этот, на газ. Ну тут, видимо, из-за того, что видишь, улочка такая узенькая, поэтому и значок 30, блин. И причем они тут не психуют из-за того, что ты, допустим, их долго будешь по времени вести. Ты, главное, соблюдай правила, и все будет ништяк. Хрен теперь светофор увидишь. Тут сколько интересных ограничений.
Вот им бы на радаре ограничение еще бы показывалось бы, было бы нормально. Наверное, здесь полтинник. Здесь, наверное, 30 опять. Зачем он меня сюда повернул? Что, нельзя было, блин, прямо проехать и его там высадить? Причем отсюда, если бы я бы шел, ну, с той стороны. А, ну здесь, наверное, односторонняя, блин. Take care. Так, что он мне там дал? Бонусный опыт 63, 5 звезд он мне поставил, дал чаевых 34, отлично. Отлично. Так, давай смотреть, а где мы вообще? Так, мы вот здесь, да? Так, ну а что, давай этого дядьку возьмем. Чем ты мне показываешь его терпение? А где навигатор там мой? О. А тут мы еще и на клиента, да, можем посмотреть, смотри. Ладно, поехали за ним. Блин, 2,5 км его вести. Мне специально таких клиентов дают, которые находятся хрен пойми где.
на этих узких улицах, блин. Do you know what's worth seeing in Barcelona? О, как ответить? Архитектура. Architecture is great. What do you recommend checking out? There are lots of great. Много красивых памятников. How do I recognize it? А как я их распознаю? Just go просто прогуляйтесь и смотрите внимательно, наверняка найдете. I'll be more учту, aware говорит, of it on my next sightseeing tour. Это был интересный разговор, плюс 150. Вообще, конечно, водителя разговорами отвлекать не стоит. Ух ты, блин, а это что такое? Кубок какой-то, я не знаю, что это такой значок означает. Так, ну ладно, будем знать, что такие значки есть, надо будет как-нибудь его проверить. Эй, дядя, аккуратней, я тут человека везу, блин. А то он до экскурсии пешком не доживет. Так, неохота, конечно. Терпение у него спросилось, блин. Хотя он что-то вроде не сильно-то реагирует там на эти 51-53 километра. Ну, блин, тут копейки тебе, конечно, платят. Фармитесь нормально, придется на новую машину. Тут знак вообще 70. Какого хрена? Вот я говорю, неудобно сделано, что... Ну-ка подробности, что у нас тут? Нарушение скоростного режима, заезд на закрытые от машины зоны. Мелкие столкновения. Ну, заезд это, видимо, там эти бордюрщики, блин. Ну и ладно. Ну и ладно. Так, это улица, это карта. Давай смотреть. Вон дядька есть. Здрасте, здрасте. Блин, и тоже 2,5 километра его вести. Так, знак тут 70 был. А тут уже 50. Ты что, туда надо, что ли?
Извините, простите, не местный. Только в такси устроился. Блин, да, со знаками вообще хреново. Непонятно, сколько ограничений. Вот так ты вроде едешь, хочешь клиента нормально довести, и, блин. А ты, оказывается, превышаешь. О, бля, я на собаку на свою посмотрел. Она там играть побежала и... Ну и все. Здрасте, приехали. Он поедет или нет? И он теперь так и будет стоять. Я просто не могу понять, там что, все стоят? Там светофор какой-то или что? Блин, ну я машину разбил. Мы поедем или нет? А я и сюда хрен выверну, да? Конечно, нет. Извини, дядя, блин, я ничего не могу поделать. Тут пробка. А этот мудак, он тормозит, блядь, специально, как будто бы так. Резко. Не, ну, в плане, что тут есть такие моменты, как бы пробочки вот эти вот, это классно, это атмосферности, конечно, добавляет. А не так, что ты, блин, едешь, там перед тобой все расступились, ты такой, о, ништяк, таксуем, типа. Нахрен здесь вот так вот много пешеходов. Блин, ну извини, дядя, придется немножко попревышать, потому что мы там в пробке до хрена времени потратили. Так, здесь где-то граффити или что? Вы все заказываете машину, чтобы ехать в какую-нибудь вот такую жопу. Как вы хотите, чтобы я здесь, допустим, не наехал, да, на бордюр? Мне же за это снимают, блядь.
конечно, вот эти пешеходные, здесь пешеходные, тут, ну, это какая-то хрень, честное слово. Если в Барселоне реально так, ну, это херота какая-то полная, блядь. Блин, а что вот эти фишки означают? Блин, короче, хотелось бы, чтобы на карте была скорость по участку, по которому ты едешь, какое здесь ограничение, потому что так кататься наки не везде. Thanks, have a nice day. И вам хорошего дня. Сколько он мне оценку поставил? Блин, 5 поставил. Так, ясно, понятно. Ну а теперь, а ну-ка подожди-ка, карта. Вот это что такое? А почему он таким обозначен? Давай попробуем. Это же что-то тогда значит. Ой, а вот за это, да, за это пиздец. Минус 100. Я забыл, что тут так нельзя. Ну-ка, езди, подожди. Можно, а вот на пешеходов наезжать вообще никак нельзя. А этот дебил туда-сюда ходит. Нет, с пешеходами тоже надо что-то делать, блядь. Никак не проедем. Блин, ну мы клиенту нам срочно. Главное в этих, блядь, не въехать. Видишь, какую-то, блин, с кубком, дядька. Давай посмотрим, что-то нам даст. И даст ли что-то. Я очень спешу. Хорошо приплачу, если довезете быстро. Главное, не убейте нас. Блин, быстро, это вообще легко. Это... Я понял. Короче, с кубком это надо быстро. Нарушая, видимо, правила. Блин, мы по встречке херачим. Так, ладно, дальше свернем. Ай-ю, подожди.
Дядя, спешу, давай, поехали. Подожди, он сказал, ему надо быстрее, блядь. А, то есть ему надо быстро, но при этом не нарушая правила. Ну, блин, ладно, хер с вами. Короче. Я-то думал, ему просто надо быстро гнать и все. Так, ну ладно. Мы с вами в гараж отправляемся. Вот это что такое? А, интересные памятники. Ну, как бы, ладно. С памятниками потом поразбираемся. Ну, то же самое, что граффити на самом деле. Блин, у нас вон гараж, но у нас в конце этого маршрута будет как раз таки штука, которую надо сфотать. Так-то у нас уже третий уровень, если что. Так, и где она здесь? Отлично. Я прямо тут развернусь. Сейчас посмотрим повреждения, которые я, блин, получил при аварии. Ой, блядь, я еще и на эту попал. На камеру, блин. А ты-то меня какого хера ударил? Так, ну что у нас тут? У нас, ну, во-первых, нам по топливу нужно, да, заправиться. Блин, да мы не так много-то и заработали, я тебе скажу. Полный ремонт 16. 56, подожди, ну-ка. А если весь ремонт всего? Короче, все, тачка как новая. Заправка. Пойдет. Тачку почистили. Ну, блин, и что у нас 3800 осталось? Мы катались. Так, использовать станции зарядки мойки. Да быстрее там мне фиг с ним. Кузов меньше пачкается, шкала частоты снижается медленнее. В результате вы экономите время и деньги. Дальше у нас что? Снижает цену на эвакуацию, экономит деньги, если вы часто пользуетесь эвакуатором. Я вообще ни разу не пользовался и даже не знаю, как это делать. Снижает цену на ремонт. Вместо поездки в гараж мелкий ремонт можно сделать на месте. Да, это нафиг. Ох ты, открывать заказы на большие расстояния, это дает больше опыта и денег. Слушай, блин. Это надо. Повышенный опыт за езду без пассажиров. Тоже надо, блин.
Даже не знаю. Ладно, давай вот так мы сделаем. А мы следующую серию, может, посвятим тому, что мы будем кататься памятники фототь. А до следующего уровня, ну, в принципе, да. И вот эту надо качать. Тут он VIP-заказы, всякая такая вот штука. Так, на этом давай закончим. Посмотрели на игрушку. Ну вот, всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.